поближе. И всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. И как вы уже поняли, это все, это новогодние украшения, потому что мы сегодня снимаем челлендж 24 часа украшаем дом мечты к Новому году! Мама, это ты все накупила? Это багаж многих лет. Багаж! И как вы уже заметили, у нас новая елка. У нас новая елка, которая прогнулась под моим весом. Да, она состоит из двух частей. То есть вот одна часть. Вот вторая часть, она очень большая и очень высокая. А ставить мы ее будем куда, мама? Вот сюда. Да, наконец-то убрали эту лесенку огромную, теперь тут красиво. Я на каждой упаковке писала 2019-2018 НГ. О, люблю. Я это все писала. Нет, у нас еще тут куча коробок новых с богатством этого года. Вот, богатство этого года да. Новое. Вика, принеси, пожалуйста, еще ножницы, а я тоже буду открывать. А где они? Ну что? У нас для Вики есть сюрприз. Быстрее, у нас 30 секунд. В нашей спальне. Вика у нас всегда мечтала украсить не только дом, не только внутри, но и снаружи. Только, но и снаружи. Как в американском кино. Хотела сделать новогодние гирлянды и украсить дом новогодними гирляндами. Угу. И мы с мамой решили устроить ей сюрприз. Да. Завтра папа Вика отправит в школу, и тем временем, пока она будет в школе, днем к нам приедут специальные люди, которые украсят гирляндой весь наш дом. И когда Вика будет возвращаться со школы, для нее это будет сюрпризом. Как раз уже будет темно, гирлянда будет включена, и я надеюсь, будет очень красиво. И посмотрим на Викину реакцию. Да, мы украшаем дома 24 часа, поэтому вы с нами будете целых 2 дня. Так, давайте бери вот эти большие, а я маленькие. Давай. Олененок! Ой, сколько счастья! Олененок! Спустя 100 лет! Олененок! А, прошлогодний олененок, да? Нет, с 2018-го. Ему сколько лет? Он уже старенький. Ему, не знаю, всякие игрушки. О, сколько всего! Богатство. Давайте елку поставим. Да. Это всякие. Что, костюмы? Ой, Вика, смотри, это вот со школы носочек. Расскажи, как вы в школе дарили друг другу подарочки с одноклассниками? Я помню, вот это в носочке, у меня был самый читерский носочек, и тут у меня все время лежали подарки. А в новой школе у вас так не вешают носочки? Нет, но я предложила классную руководительницу. Может быть, мы тоже будем так делать. Здесь всякие. Я не знаю, тут что-то конечно. А это что? Это надувная штука! Откуда? Как тут много всего! Все. Новогоднее настроение. Меня не остановить. Так, и меня. Так, а это тоже мое. Ну и мне тогда что-нибудь наденьте. Так. На! Держи, будешь Дедом Морозом. Тоже буду ходить красиво. Видел. Ой, помпошек мешает. Видел на размерчике веночка? Да что он у меня падает? А, это веночек? Это светящийся. Мешает помпошек. Ребят, тут есть олды, кто помнит это? Пожалуйста, напишите в комментариях. Это вы снимали, покупая по алфавиту. Да, это было. Да, точно. Вау, все, это ко мне туда пойдет. Мой снеговик! Ой, сколько счастья. Здесь елочные игрушки. Кстати, в этом году у нас елка будет бело-синяя. А это новые? Да, смотри, здесь кто. Ох ты. Тихо. Это медвежата. Это Умка. Не знаю. Слушай, он похож на Умку. Смотрите, какого размера шары. Это я немножко ошиблась. Амелия! Это что такое? Что случилось с нашим домом? Смотри. Что это? Да, шарики. А Амелия даже не знает, что такое Новый год еще. Открыла. Красота. Он светится. Батареек нету. Вау, пушистая. Это макушка. Это макушка. Ты на меня сыпешь. Так, ну, папа, ну тут без твоей помощи не обойтись. Ай, я и не сомневался. Осторожно, бомба замедленного действия. Опускаем. Сейчас как вскроется. Вау, растет елочка. Второй этаж. Осторожней. Папа, ты уверен, что я одна смогу это? И вдвоем, вдвоем. Вот, можешь, давай. Так, вставить. Все, поставили? Есть. Класс, отпускаем. Третий этаж как ставить тогда? Третий.
сегодня идти папу ставить, не я. Вау! Какая, а ты давай ее. Она пушистая. И мусор от нее. Да. Третий этаж. У нее все получится. Мама. Пальцы, держи. Лайки, ставьте лайки. Ой, ты меня... Я боюсь, не урони. Вика, держи елку. Мама сейчас ее бортанет. Так, давай. Есть. Попала? А у нас еще один этаж. Осторожней. Мать, не урони елку. Мама может все что угодно. Это выглядит бомбезно. Это просто. Смотрите, что лучше. Красотень. Это? Или это? Конечно, это. Амелия, ух ты! Ух ты! Как да, в телевизоре елочка. Нет, вот. Смотри, у нас елочка. Амелия. Да. Есть. Дом. Ух ты, елочка. Потрогай. Колючая. Беленькая, красивая. Жаришка пошла, да? Жаришка. Да. Это я не про камин сзади. Это у нас гирлянда. Проверяем, работает ли. Перезимовала, отлично. Я помню, в прошлом году вы запрещали мне ее трогать, потому что она какая-то опасная, вы говорите. Мы думали опасная, но теперь ты потрогала, и мы понимаем, что не опасная. Тебя током же не ударило. Это моя любимая гирлянда, гирлянда капельки. У меня тоже. Здесь в одной, в этой гирлянде 1200 LED. То есть 1200 лампочек. А у нас их три. Мам, а это у нас куда гирлянда или что это? Не знаю, еще не решили. Тогда я к себе в комнату это забираю. И это тоже. О, прошлогодние декорации тоже. Я пошла к себе в комнату тут все украшать. Да, куда? Подожди, мы же еще елку не украсили. Ну я быстро, я 5 минуточек, хорошо? Окей, давай, побыстрее. Что там крупного у меня? Осторожно, это стекло. Я знаю. Не урони. Вау, сверху здесь особенно шикарно ты смотришься. С елкой, да. Очередная сбыча мечта. Мечтала наряжать высокую елку на стремянке. Класс. Давай. Я же говорил, что ты дом построил только ради такой елки высокой. Может быть, вы с Викой в магазин съездите? Мне так захотелось горячего какао. Да. С маршмеллоу. Да, с маршмеллоу. Это новогоднее настроение прям. Ну, сейчас. Нужно дополнить. Сейчас. Вика, пойдем в магазин сходим, а? Ага, сейчас только стикер наклею. Давай в Дикси пойдем. А почему в Дикси? Там новые, треснутые два. А у меня еще не полная коллекция. А как их получить? Их дают при покупке от 600 рублей или при покупке товаров спонсоров. А как узнать, что это за товары? Я тебе все покажу. Смотри. Тут есть мультики, мини-игры и описание каждого треснутого. Можно даже худи с автографом известного артиста выиграть. Или, например... iPhone 13. Если собрать всю коллекцию и загрузить фотографию на сайт, мне всего парочки не хватает. Вау, тогда если выиграем телефон, то я его себе забираю, хорошо? Ну, пап. Да ладно, шучу, собирайся. Давай. Ой, чуть не забыла. Ссылка на сайт треснутых есть в описании. Но акция закончится уже 19 декабря, так что торопитесь, а то всех собрать не успеете. Вика, ты так комнату украсила. Да, я знаю, но это даже не все. Ой, я тут стукнулась об эту штучку. Это еще не все? Да, посмотри на стол. Этот кто-то тут. Ой. Что за пятно у него здесь? Я испачкала. Да. Пойдем покажу, мам, там тоже сделал такую красоту. Ой, пошли. Вау, мама! Класс. Да, круто. Да? Что тут мама сделала, пока нас не было? Вау! Красота? Вообще! Долго. Класс! Есть. Но это же еще не все, да? Нет, конечно, вы... Сколько коробок? Да! Я пока Амелию кормлю, идите украшайте дальше, ваша очередь. Хорошо. Держи. Амелия, папа приехал, скажи привет! Привет!
Да. На лялечка, на мандариночку. И ты на мандариночку, да. Все, Вика, иди украшай, а я буду снимать. Мам, а ты уверена, что хочешь вешать этих гигантов на елку почти как моя голова? Здесь у нас что? Ой, здесь о, у нас белый пушистики. Класс. Вот это я понимаю, креативный, классный. А здесь? А, ну здесь такие. Сири. А это с прошлого года или новые? Нет, это новые. Все, на сегодня хватит. Время 10:30, у меня даже домашка не делала. Мне нужно сделать английский, математику, историю, литературу. У нас же челлендж 24 часа, поэтому продолжим завтра. Все, я пошла отдыхать. Ну что, ребята, у нас настал следующий день. Мы Вику отправили в школу, а сами с папой продолжаем украшать дом. Чуть позже мы вам покажем елочку. Мне кажется, это самая-самая-самая красивая елка, которая когда-либо у нас была, да, папа? Однозначно. Мы с минуты на минуту ждем рабочих, которые приедут украшать наш дом снаружи гирляндой. И чуть позже вместе с вами мы увидим на реакцию Вики, реакцию на наш сюрприз, который мы для нее приготовили. Нормально, все как обычно. Сегодня готовились к контрольной работе по математике. Что получилось сегодня? Только 5 по французскому, больше ничего не получала. По французскому? Да. Ну-ка скажи что-нибудь по французскому. Он de trois, for Кётр. Какой-то там. Ясно. Это до 5. Слушай, подъезжаем уже к дому. Закрой глаза, пожалуйста. А зачем? Ну закрой, пожалуйста, глаза. Сейчас все узнаешь. Ладно. Так, так, так. О, молодец, да. Я скажу, когда открыть. Как думаешь, что тебя ждет? Собака! 1, 2, 3. И что? И где сюрприз? И что? Ничего не происходит, да? Нет. Нет? Нет. Ну, снега мало. Что еще? Трава, машина. Все, все как обычно. Лопаты. Что, да? Да? Да. Круто! Что? Да. Обалдеть! Что? Ой, я... обалдеть. Это так, как ты мечтала? Это точно, да. Это точно, да? Это навсегда? Навсегда, да. У меня аж рот от счастья замерз, уже открывается. Нет, счастья от мороза. Пошли, в доме тоже все очень круто. Да, пошли. Там все светится. Все. Посмотри, видишь, и стены, и пол. Что, заходим? Давай, 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 проходи. Пошли. Та-дам! Обалдеть! Ты посмотри, как в кино, как в сериал, как в альбоме. Кухня! Кухня! Ну скажи что-нибудь. Это прекрасно, у меня слов нету. Как ты любишь говорить, супер эстетично. Да-да-да, эстетика зимы. Ну как тебе елочка-то мои? Подушечки! Вика. Мы все-таки повесили с папой большие шары. Смотри, как они органично вписались. Да, согласна. Ой, аж это задыхаюсь. Ой, ой. А как тебе дом снаружи? Дом снаружи вообще, ты видела, да? Конечно. Ребята, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем хорошего новогоднего настроения. Надеюсь, что оно у вас уже появилось. Всем желаю добра, много подарков. И обязательно ставьте лайки, если вы ждете Новый год. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока.